не вижу связи. Рядом. Ай, молодец какой. Хорошо, Чили, умничка, рядом. И вот так каждый раз я хвалю его, когда он делает. Так, ну ладно. Сейчас, короче, на турнички, да, Челёш? На турник пойдем? Да, на турник. Какая здоровая собачка. Играй, играй. Сейчас пойдем. Ай, молодец, хорошая собака какая. Молодец. Ну что, пойдем на турники. Да, тут нормально, в принципе. На белочек смотришь, да? Ладно. Давай, учи мою связку. В субботу уже выступать, давай. Девчонки на репетиции. Да. Так что... Они такие ленивые немножко, задницы. Коленочки у них болят. Левая особенно. Харяка на Backstreet Boys. Сань, будешь снимать харяку на Backstreet Boys? Нет. Цифру 8, когда складываем. Отлично. Есть еще какие-то.
складываем. На других поворотах? Да, да, да. Давай мы тебя накормим. Все, давай накормим. Не надо. Не трогайте ее. На других поваров идем. Ты все? Нас назвали? Нет. Ты все скажи? Я все. В день несколько литров. Ясно. Так. И все, только воду? Я ничего не ела до сих пор. Да? Настроение... Ты на меня смотришь или на себя? Настроение хорошее. Я? Да. Я на обоих. Сейчас. Я на обоих смотрю. А я куда смотрю, угадай? На тебя или на себя? На меня. Угадал. Он смотрит «Аватар», мультик. Как ты его назвал? Аса. Иса, он сказал. Иса. Иса. Блин, я перепутал. Я думал, он не обидится. Давай, ты хочешь задать мне вопрос? Хочу. Давай. У меня тебе вопрос есть. Какая твоя самая такая красивая мечта, и о которой ты думаешь, что она неосуществимая? Что она несбыточная мечта. Вот знаешь, такие нужны мечты человеку иметь. Вот не просто цели, а мечты, вот как небо, непостижимые. Ты поговори об этом. Есть мечта? Просто хочешь сама с собой поговорить на камеру. У тебя такая практика. Ты очень киногеничный, кстати. Киногигиеничный? Киногигиеничный, да. Или фотогигиеничный, неважно. У тебя очень хорошее лицо. Спасибо. Ты, кстати, репортер, да? Я это. Ой, не репортер, кто ты? Продюсер. Ясно. Мы вернемся к нашим разговорам. К нашим да. людям потом, да? Вот. Все. Жить ты сегодня с фотоаппаратом. Где твой телефон? Просрал? Продал? Нет. Планшетом, в кармане. Без фотоаппарата. Я снимаю, потому что я очень долго ждал, на самом деле. Я уже сам начинаю снимать. Самые данные съемки. Она Anastasia, Anastasia. А ты мне сникерс дашь? Когда мне дашь сникерс? Что мне за это будет? Я тебя крепко обниму. Понимаешь, я тебе свой кусок еды. И пожелаю тебе хорошего вечера. Свой кусок еды тебе отдам. Ну ты меня соблазнил просто. Сникерс. Так, вы уже все переодеты, да? Немножко подпитала. Да. Настя, я на самом деле, как всегда, ты говоришь, в чем приехать, я сразу уже готов. А ты майку взял какую-нибудь поярче? У меня есть еще другая, типа баскетбольная. Ага, с лейблами, да, такие? Нет, она именно без лейбла. Ну, пока. А, я поняла, красная, да, услышала? Да, 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 то есть красная там такая-то, да. Так, ну вот мы наконец-то подошли.
Неужели? Вот, все, сейчас начнется Шесть съемка. Ожидание. Там, где мы будем на йоге тусить. Вот. Впереди дед Настя. Я в отличный раз вас рада. Ну вот так и будете прыгать. Вот. Классика, классика. Чувствую, связочка. 5, 6, 7 и. 7 и 8. Раз, два. Ну и что? Ну вот у нас закончился съемочный день. Так, скажи свои впечатления. Мне понравилось, не устала. Я хочу пить воды. Мне мало. Пить воды. Мне мало этого. Надо еще. Окей. Иса. Иса. Скажи, как твой съемочный день сегодня? Ну, конец был самый ужасный. Тебе понравилось? В целом, да. 5 часов в ожидании, 1.5 часа съемки, и в самом конце я получил травму. Так, ну ты идешь? Ага. Вот они, вот они, вот они идут. Ну ты идешь? Ну это какой-то ресторан. Мне немного не достает. Все, сейчас идем домой. Едем домой, да? И будешь что делать? Языки показать дома? Да. Перед зеркалом себе. Да, я сегодня молодец. Ладно. Я еду, а Лёха поедет куда-то. Я поеду на свою автопати. Вот. Короче, он поедет на свою автопати, наверное, на хомпати. Вот. А как называется бар, в котором мы сейчас поедем? Бар молодежь. Да. На Менделеевском. 2 минуты ходьбы. Да, встретимся с Костяном и, короче, поедем, будем барить все. Ну, кстати, вчера были с Лёхой на Децле. Децл вообще нормально, да. Я, правда, немножко опоздал, но было очень круто. Да. Ссылочку на видеоотчет я оставлю под видео, так что кому понравится, подписывайтесь на канал. Вот. Сейчас мы с собой. Сейчас мы пока ждем. 11 часов, еще часик, так что все увидите, то, что внутри. Так, ну вот, короче, бар молодежь у нас.
было так давно. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила по ночам и просила, чтобы я тебя. Помнишь, я тебя помню, как разбил твое авто перед окнами того, кто подарил. Да, я помню, как меня били об асфальт, но мне было наплевать, я думал о тебе. Я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове, детка, ты меня еще. Так, ну все, вечеринка закончилась. Блин, я офигеть как устал. Время 3:00. Была офигенная автопати. Все, короче, я спать.